Херсон, привіт! Вітаю, друзі, вас із Києва. Я Самвел, український армянин. Друзі, всій Україні нелегко, безусловно. Но то, что происходит сегодня в Херсоне, жители Херсона, героические люди, все это переживают, и они должны знать, что мы, безусловно, их поддерживаем. Я уверен, что у каждого из нас есть очень много знакомых, живущих в Херсоне, и у меня в том числе. И я хочу вам сказать слова поддержки из Киева, сказать о том, что вы героические люди, то, что вы там переживаете. И сегодня, конечно, количество погибших и раненых просто зашкаливает, мозг разрывается от этой информации, от того, что вы сегодня там переживаете, дорогие наши. Просто хочется сказать о том, что мы с вами. Держитесь. Держитесь, мы с вами. Будь мой орач, и только орач, и капи меч.